Экономика Узбекистана постепенно переходит с наличного расчета на безналичный. Этой цели преследует и Асака Банк. Сейчас во всех филиалах Асака Банка функционирует 20 пунктов 24/7, а также 189 банкоматов в гостиницах и инфокиоски для клиентов. До конца года запланировано доведение количества пунктов 24/7 до 40, а банкоматов и инфокиосков до 266. Об этом говорилось на пресс-конференции, проведенной Асака Банком. Количество банковских карт, выпущенных Асака Банком, составило 2 миллиона, а количество установленных терминалов превысило 12 тысяч. Для обеспечения исполнения указа президента Узбекистана о мерах по развитию национальной платежной системы всего Асака Банком установлено 2500 терминалов национальной платежной системы ХУМО, а количество выпущенных платежных карт ХУМО составило 51 тысячу. Об этом говорилось на пресс-конференции, проведенной Асака Банком в агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана. Банк продолжает процесс эмиссии карт ХУМО своим клиентам, бюджетным и другим организациям. Вместе с тем, для развития этого направления до конца года запланировано открытие розничных центров по 20 районам республики. Они будут открыты для создания удобств клиентам в густонаселенных местностях. В этих центрах также будут обслуживаться 24/7 банкоматы и инфокиоски. Для развития туризма и создания удобств туристам банковское учреждение одним из первых внедрило практику обслуживания карт платежных систем MasterCard, UnionPay и UzCard в одном и том же банкомате или терминале. В настоящее время Асака Банком производится эмиссия MasterCard. В 2020 году в сотрудничестве с компанией Visa запланирована эмиссия и обслуживание карт. Вместе с тем, в первом квартале 2020 года намечена эмиссия бесконтактных карт MasterCard, и сейчас проводятся соответствующие работы по этим проектам. Для создания удобств клиентам и расширения спектра дистанционных услуг Асака Банк запустил мобильное приложение Асака Мобайл. За 8 месяцев прошлого года было осуществлено 2069 транзакций на 250 миллиардов сумм посредством дистанционной услуги. А до 1 сентября 2019 года осуществлено 1894 транзакции на 407 миллиардов сумм.